сайта Гербест получили такой вот разветвитель на 4 USB. Такой прикольненький, зеркальный, очень красивый внешний вид. Удобный достаточно, потому что компактный, вот его можно вот так вот сложить. Вот видите. Пока мне все в нем нравится. Ну, не порвется ли? Ну, наверное, предусмотрительно. Конструкция была предусмотрена, что он так всовывается, вкладывается. Поэтому никаких вопросов нет. Значит, на 4 USB порта. Я попробовал флешкой, она достаточно плотно входит, никакого там люфта нет, но со временем он, наверное, появится. Стоит это что-то в районе 150 рублей, по-моему. Написано на сайте, что это высокоскоростной концентратор. Как будет себя вести, посмотрим.